Я, короче, срезал и бах-бах-бах в кусты улетел. Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. Ну вот, вот такая машина у нас имеется. Вот, досталась она нам со времен Второй мировой войны, с первой или там. Вот, ладно. С отечественной. Да. Нет, ей больше лет, чем всей земле, короче, она еще в аду плавала. Вот, отойди, кого ты не снимаешь тут. Все, вот, тут у нас имеется такой, ну, давайте начнем с салона. В салоне такая покладка под попку, она, ну, смягчает, короче, так. Тут есть вот такая обшивка вообще, салон карбоновый. Стоит сабик. Да. Вообще долбит, вот смотрите. Вот, смотрите, как долбит саб, видали, тут вообще еще такой саб. Давайте подойдем под капот. Под капотом у нас стоит GZ, японский мотор от Марка, 2 GZ GTE, Twin Turbo. И подножка. Рядная шестерка, очень хороший мотор, прет вообще тут 1000 сил сразу. Перейдем к подвеске. Подвеска японская. Смотрите, как работает. Очень хорошо. Вот. Что еще? Смотрите, выхлоп. Выхлоп, иди сюда. Выхлоп показывает. Давай. Вот труба наша. Сначала купили вообще кузов без ничего. Потом поехали на нашу шиномонтажечку. И тут все сделали, короче. Поставили GZ 2 GTE Twin Turbo. Потом, что мы? Обшили весь салон тут такие. Потом съездили в аудиомагазин и купили сабик, смотрите. Саб тут вообще стоит, оно так прет. Потом тут изначально не был заварен редуктор, ну задний мост. Мы его заварили, и теперь все колеса крутятся вместе. Смотрите, как боком дает. Вот. Ну, мы видели в первоначальном обзоре. Вот. Имеются тормоза. Передних тормозов нету. Я не знаю, почему в этом кузове нет передних тормозов. Ну, вот задние имеются. Но... Маховато, конечно, работают. Правое колесо не тормозит, но... Вот если полноценно нажать... А, все.